И всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Deus Ex Human Revolution, и сейчас вот того дяденьку я вырублю, и мы двинемся дальше, как ни в чем не бывало. Что у тебя? Револьвер? Кстати, я уже брал, но не хочу брать еще раз. Вот тут палево на самом деле. Да, да, хорошо. Но я хотя бы теперь знаю, на что они способны. Исчезать. Да, пожалуй, все практически. Ну, попробуем еще раз. Что нам остается? Ух, этот свист, ох уж этот свист. Пусть ищет. Прикольно. Невидимый вообще никак. Даже на прицеле не срабатывает. Но я надеюсь, они в скором времени станут видимыми. Или мне стоит как-то прицелиться на шар. Но по сути-то ничего особо сложного. А можно было, наверное, и застелситься. Какая тяжелая дверь. На самом деле, не так, чтобы очень простая. Очень простая. Access granted. Ну, а в этом здании у нас будет стелс или не стелс? Посмотрим. Эх, это парковка. Как хорошо, что я могу все взламывать. Надо сразу искать на потолке какие-нибудь подъемы, раз уж тут такие большие ящики лежат, мало ли. Thank you.
Я бы хоть тут Праксис спрятал бы, конечно, это глупо, но... хоть что-то. А так вообще, как бы... А, понятно. Я забыл совсем, надо же прокачать себе умение какое-то. И, наверное, это все же стоит бег прокачать. Хотя можно и батареи прокачать. Для быстрого заряда. Или же что-то другое. В общем, у меня есть два, по идее, желания. Это вот это. Тогда сразу два очка тратится. Или вот это. Тогда надо три очка. Ну или два. Чтобы хоть чуть-чуть было. Или это. Тогда надо, опять же, три очка. У нас есть два, поэтому стоило бы прокачать, наверное, это. Но... Все же мне кажется, что что-то из этого было бы лучше. Или вообще что-нибудь другое. Радиус радара неплохая штука на самом деле. Также можно прицел сделать. Чтоб не колебался сильно, а то с большими пушками вообще ужас. Ладно, думаю, пока мы сделаем вот так. Кого? Меня заметили? Я думаю, я успеваю. Access granted. Так, но столосить не хочется, не хочется. Хотя хочется. Но это очень плохая идея. Нам вниз надо, так что я... Так, проверим, что наверху. Ну ладно. Дерьмо. Хорошо, что жив. Правда, теперь регениться долго придется. Ладно, я даже и не знаю, по сути. Наверное, тут стоит выйти. И двигаться дальше. Ну блин, если хоть кто-то меня запалит, такая жесть начнется. Вот же ж говно. Ненавижу это, ладно. Ах, какой кошмар. Как можно промахиваться так?
Это мастер стелса. Ух ты, я даже куда-то... Мало мне не сюда. Или сюда. Забавно. Однако ж. Я не понимаю, как я еще не попался. Но я буду стараться. Я буду стараться. Тут кроме этого никто не ходит, так что более-менее нормально можно. Он, наверное, сейчас назад пойдет, и мы тут пройдем. Ладно. Если они такие, то никакого призрака тут не будет. Они не заслужили призрака. Или я не заслужил, не знаю. Смотря как посмотреть. А посмотрим мы на вот этого. На вот это вот так вот. Hitman style. Ну, пусть будет так. Тоже неплохо. Так, там еще один гуляет, но это все более-менее. Посмотрим, нету ли тут каких-нибудь решеточек. Мне кажется, это не тот путь. А нет. Или все же не тот. Ну, скорее всего, не тот. Сейчас я умру. Да, блин, вот самое сложное здесь это найти выход, ну, точку, а не прятаться от них. Потому что если знаешь, как куда идти, тогда и прятаться проще, по идее. Чё-то плохой путь я выбрал. Сейчас меня, скорее всего, опять запалят. Что это
сумасшедший вариант действий. Ах, ладно. Приехали, походу. А вот и я, а у тебя есть граната. Очень, конечно, здорово, что целеуказатель, прицел красный, но будь он... Будь он зелененький, было бы все лучше. Ибо когда по нам стрелять начинают, экран весь становится красным, и понять что-то на нем очень сложно. Что? Куда я хожу? Боже мой. Я, по-моему, зашел в ту же дверь. Ну ладно, пофиг. Ладно, проще карту открыть. Я не люблю ей пользоваться, но, походу, выбора нет. Ага. Ну, это более-менее... Более-менее. Приехали. А теперь у нас перерыв на рекламу. Слово предоставляю спонсорам. Подождите, нет у нас никаких спонсоров. Там тоже ребята сидят. И их там достаточно много. Тяжелый, ну средний, по идее, просто у него шлем этот. Ладно, сделаем стелс, это будет забавно, я думаю. Сейчас меня найдут. Коробка. В камере. Не видишь, что в этой камере чувак? Нет. Окей. Получилось, как ни странно. Дальше не ходи, чужестранец.
Тонг. О, сейчас будет великий диалог. Джонсон. Мне казалось, мы с вами друзья. А тут мой хакер пропадает. Вы вламываетесь в мою компанию, и у вас не хватает вежливости хотя бы постучаться. Ребята из Bell Tower тебя ищут. Есть хоть одна причина, по которой я не могу тебя сдать. Да, Василий Шевченко. Первый раз слышу. У вас его рука. GPL-устройство в ней привело меня прямо к вам. Проклятые технологии. Один вред от них. Wrong woman, don't do that, you hear? К сожалению, надо сказать, что бывший ее владелец не жаловался. Bell Tower предоставил нам его труп несколько недель назад. Bell Tower? Не Тайюн? Вовсе не Тайюн похищает людей с моих улиц, а потом задабривает меня отборными имплантами, чтобы я закрывал на это глаза. С Шевченко было еще 4 человека. У меня их имплантов нет. Может быть, они еще живы. И может быть, я помогу вам их найти. Продолжайте. Я отлично знаю, где Bell Tower держит похищенных людей. Проблема в том, что эти гады схватили моего сына. Его пристрелят, если я перейду черту. Понимаете, к чему я? Где его держат? Об этом вам расскажет один из моих сборщиков. Встретитесь с ними в канализации возле Элис Гарден. Когда освободите моего сына, продолжим наш разговор. Жду не дождусь. Надеюсь, я не убил этих ребят. Случайно. Было бы печально. Ладно. Ух-ух-ух-ух. Нет, наверное, это все же другое место. Нам наверх. Наверх и бежим. Текс. Текс. Все нормально, да, ребята? Хорошо. 77 метров. Ладно. Это, наверное, в дверь какую-нибудь зайдем и дальше побежим. Это вряд ли канализация, если показывать наверх. Да. Лишь бы сейчас никто не позвонил и не сказал: «Помоги мне, ты должен мне помочь, если не ты, то кто? Я тебя щедро вознагражу, бла-бла-бла». Блин, высоковато. Где лестница? Совершенно не помню, где лестница, но по трупам, наверное, там. Потом еще в какую-нибудь жопу бежать за его сыном. Ну, локация очень... Ну, может быть и нет. Не знаю, вряд ли. Канализация тут все одна на другую похожа. Как и квартиры, как и... все остальное. Ты из Ребятонга? Нет. Я просто тусуюсь в канализации, потому что здесь пахнет вкуснее, чем у меня на кухне. Еще дурацкие вопросы есть? Подожди, но если появится, обязательно задам. Где паренек? Мы считали, что его держат в комплексе Bell Tower в верхнем городе. Но, как оказалось, проныры задергались. Они испугались Тонга и перевели его сына в более безопасное место.
Разве есть место безопасной штаб-квартиры Белтава? Скоро узнаешь, Мейгажень. Его держат неподалеку отсюда, в подвале старой макаронной фабрики. И освободить его будет непросто, потому что за ним смотрят люди посерьезнее охранников из Белтава. Это воины, специально обученные, с лучшими имплантами. У меня такое чувство, что мы с ними встречались. Если это так, у тебя есть запасной план? Ты есть запасной план, друг мой. Тонг тебе не сказал? Если Белтауэр выяснит, что в этом замешан кто-то еще, ситуация в Нижнем Хэнша сильно обострится. И Тонг согласен, что жизнь его сына зависит от способности какого-то одного человека? Не совсем. Когда найдешь сына Тонга, передай ему это. Он знает, что делать. Теперь иди, а не то опоздаешь еще. Ну, спасибо. Спасибо. Так, что тут у нас отпирающее устройство? Ну, если валяются, что бы не взять. Даже в любом случае по 150 продать можно. Макаронная фабрика. О, газ, замечательно. У меня есть? О, как все плохо. Но мне все равно бы и не хватило. Тут надо 2 очка, у меня только одно. Или где оно вообще? А, ну вообще у нас все замечательно с этим. Можем спокойно идти. Я и забыл, что прокачал уже. И зачем я сохранился еще раз? Наверное, на всякий случай, а то мало ли сейчас убьет меня газ. Ну, наверное, стоит открыть эту дверь все же. Это что, вы? Лучшие ребята? Смешно. Почему Q не работает? Я жму. Тайфун? Тайфун же. Гранатомет. Сколько места занимает? Ну, замечательно. Лазерную систему отключил. Не знаю где, но наверняка нам там пришлось бы идти. Ипс. И еще что-то выключил. Так, транквилизатор, это все мусор. Ну, конечно, не мусор, но я не очень милосердный. Верно ли я иду, не знаю. Но явно тут я застреваю, придется идти через тех ребят.
это явно печально закончится. Ладно, пойдем посмотрим с той стороны, как дела с этой, что-то мне вообще не нравится. Хотя и с нее можно попробовать. Ладно, скорее всего, там лучше. Только чувак тут пройдет. Вот этот. Хотя мы его можем вырубить, попробовать, чего нет. Весело, да? Офигенно прилетело. У меня спина какая-то незащищенная, видимо. Как же быть, как же быть? Они же развернувшись сейчас стоят. Стояли. Проверим сейчас, если что, будем мочить. Ну, тут меня запалят, так что опасный дробовик, да? Ладно, я думаю, хватит собирать патроны для дробовика. Как мне пройти? Зачем я их убил, если мне все равно тут не пройти? Интересный вопрос, но кто же знал? На все можно ответить так. Сейчас тут еще кого-нибудь встретим. Ох, и где же эти лазеры? Может, сюда двинуть? Бинго. Но я не хотел бы попадаться им на глаза. Все плохо, ребята. Все очень плохо. Ну, будем поджидать до последнего. Это большой чувак. Вход из пистолета ему было бы лучше стрельнуть, но... Прокатит и дробовик в упор. Это было забавно. Насколько же у меня слабый дробовик по сравнению с пистолетом, если пистолет в голову выносит с двух патронов, а дробовик не выносит. А ракеты сколько... Ну что ж, ничего, они места не занимают. Это странно, ракеты, они... Они должны быть большими. Но у меня все равно нет ракетницы, так что ладно.
Я все слышу. Выходи. Попали. Дерьмо. Ты еще жив? Дерьмо. Это невидимость имбовая. Ладно, давайте загрузимся. Не хочу я заниматься этим дерьмом. Вроде хорошо достаточно получилось проскочить. За исключением маленького минуса. Я все слышу. Выходи. Слышишь. Теперь надо с камерами разобраться. Как мы это сделаем, я не знаю, может быть, я смогу. Мне нравятся эти новости. Так, что мы тут делаем? Палево, походу, если мы так зайдем. Очень плохо. Ну, может быть, я успею его шлепнуть до того, как он скажет что-нибудь. Давайте проверим. Или мы сделаем вот как я придумал. Кто там? Не ту кнопку нажал. Такого еще не было. Access granted. Нет, это оказался очень хороший компьютер. Гипостим вроде увеличивает здоровье, но я его никогда не беру. Ты сын Тунга? Так уверяет моя мать. Но ты не из Bell Tower, и ты не китаец. Могу ли я предположить, что мой достопочтенный отец решил перестраховаться и прислал за мной тебя вместо своих сборщиков? Отличное предположение. Уходим отсюда. Вряд ли получится. Насколько я знаю, у Bell Tower там много вооруженных людей. Возможно, тебе удалось избежать встречи с ними, но, по-моему, здесь куда безопаснее. Без обид, американец. Без обид. Я и сам не в восторге от наших шансов на успех, но когда я поспел в них усомниться, мне велели отдать тебе это. Ну и ну! Молодец, отец! Это все меняет, при условии, что устройство правильно собрали. Ты готов отправляться? Сначала ответь. Как людям Bell Tower удалось тебя похитить? Что ты имеешь в виду? Брось, парень. Я, конечно, не в курсе всех дел Триад. Но могу поспорить, твой отец вот-вот станет головой дракона. Вряд ли кто-то мог так просто прийти и забрать его сына.
При обычных обстоятельствах ты был бы прав. Но в данном случае это я вот так просто пришел к ним. Ты хотел, чтобы тебя похитили? Почему? Скажем так, я не разделяю любовь отца к имплантам. Я считаю, что они опасны, и наша семья не должна столько в них вкладывать. Но отец считает, что я должен, как у вас говорят, пойти по его стопам. Поэтому нужна смена обстановки. Не совсем понимаю. Тонг Сихунг никогда бы добровольно не отпустил своего сына. Надо было убедить его, что мне необходимо немедленно покинуть Хэнши. Так ты подстроил похищение. Ты играешь с огнем, парень. Направляя отряды на Белтауэр, ты подвергаешь риску все население Нижнего Хэнши. Возможно, так и есть. Но ты здесь, чтобы меня спасти, так? Значит, пока мой план работает. Так. А еще, чем больше у тебя власти, тем быстрее она ускользает из рук. Я постараюсь это запомнить, американец. А теперь идем? Мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что это за устройство и что ты собираешься с ним делать. А тебе не объяснили? Неудивительно, учитывая, как отец любит всякого рода тайны. Если ты еще не в курсе, его сборщики переделывают современные технологии для своих целей. Если ты имеешь в виду, что они крадут их у одних и продают другим, то я в курсе. Не скажу, что я это одобряю, но далеко не все перепродается. Иногда устройства разбираются, и из них собираются более полезные вещи. Например, переносные приборы, которые работают и без вживления в организм. Только я до сих пор не знаю, что это такое. Проще показать, чем объяснить. Ну что, идем? Да, только не отставай. У нас с твоим отцом осталось незаконченное дельце. И если я не доставлю тебя целым и невредимым, ни хрена не выйдет. Об этом не беспокойся. Я прослежу, чтобы отец выполнил обещание. Может, даже и сверху что-нибудь даст. Я благодарен тебе за помощь. Но с этого момента каждый сам за себя. До встречи! Может, и нам прокачать невидимость и наконец-то узнать, что это за кнопка, потому что я не помню. Не помню. Вот так вот. Или прокачать легкие, чтобы бегать больше. Нет, скорее всего, лучше прокачивать невидимость. Ой, нет, ладно. Ненавижу энергоблоки. Это очень меня раздражает. Они быстро кончаются, мне их восстанавливать лень. К черту. Мой Deus Ex без энергоблоков почти проходит. Если бы энергоблоки не потреблялись при... Ну, хотя вообще, я бы все равно хотел узнать, какая кнопка исчезает. Сейчас посмотрю. Настройки, управление... Что-то я, видимо, пропустил. Ладно, влево, вправо, вперед, назад, бег, прыжок, прыгнуть в укрытие, действие, выстрел, перезарядку, вид. Включение маскировки Num 0. Сейчас посмотрю. Мне вообще удобно будет его нажимать. Ну, по идее, да. Просто один квадратик все равно восстанавливается. А мне тут он сейчас очень понадобится. О, у меня такое чувство, что у меня намлок не работает. Там какой-нибудь... И все плохо. Но мы сейчас это исправим. Например, на... Х чем-то задействовано. Ну, вроде нет. Жопа мне. Можно, конечно, всех убить, но... Их тут очень много. Мы тут обсуждаем откровенное интервью Лизы Касан
А можно попробовать такой вариант. Там кто-то прячет. Ну, это уже плохой вариант, но... Так, более-менее, конечно, это все печально отчасти. Но нормально. Так, у тебя, наверное, ну да, патроны от пулемета, к пистолету пулемет. О, хорошая штука. На велик садимся и укатываем. Есть патроны от пистолета, очень нужны. Круто. Как хорошо по пустой канализации это бегать. Никто не тормозит. О, мы прокачали же бег. Ну вот, теперь хотя бы чувствуется, что подольше бегать можно. Тут никого нету. 140 метров, конечно, это много. Ладно, надо просто из канализации для начала выбраться. Так, вот мы и выбрались. Аж. Так, ну что, я думаю, сделаем перерывчик на пока и продолжим в следующей части. И на пока, опять же, всем спасибо за просмотр, удачи и пока, увидимся.